Мы с Соней, короче, ну, мы наверх залезли по всем этим лабиринтам, и мы вот с этой вот горки металлической скатились. Это обосраться. Я так орала, так орала. Папа сделал шариком по голове. Давай мы его сейчас окунем туда. Даша! Что? Ты зачем? Меня толкнула! Телефон! Наконец-то! Давай руку! Давай! Ой! Ты готова? Беги! Папе, руку. Соня! Ну и ты тоже помаши. Я что хочу сказать, очень правильный захват карандаша, молодец, это вот одна из, у которых правильный захват, то есть так оно и должно быть. Пусть пока вот это все каляки-маляки, это даже не обращайте внимания, но по крайней мере очень правильно держит карандаш, молодчинка, даже не нужно ее в этом плане поправлять, отлично, сама, даже без подсказок. Прошел, везде побывал, видел то, что никто не видал. Среди друзей и врагов, среди вечных дорог, дом родной вспоминал. 100 дорог, пыль на лицо, 100 дорог, опаленных свинцом. Все невзгоды свои я годам подарил и всегда говорил. Уходя, уходи, дверь без стука прикрой. Небеса помолись, крайний раз оглянись, мы вернемся домой. Давай с тобой нарисуем на песке круг. Yeah. Давай. А теперь вот ты здесь. Круг. Правильно. Молодец. Нарисуй еще один круг. Что это? Круг. Умница. Вечером. Нет, да.
Ты кто? Ты что, смурфик? Иди бабушке покажись. Тихо, не бегай. Видишь, тебя еще кренит. Осторожно. И это я встретила скорую помощь. Они сказали, а мы знаем, что Соня ходить начала. И там косметичка, помада, да, у тебя? И фен. Только не бегай. Смотри, привет, Катя. Привет, Катя. Молодец. Ресницы! Папа, помаду, губы красить, как ты красишь? Очки себе покажи маленькие. Ты в зеркало видела себя? Да. Видела? Косточки, раскатай кругляшок. Вот. Сончик, нет, руками мы не берем. Давай вот здесь вот оставляем. Сильнее надо. Ну что, мы это все берем? Я да. Буду тебя это что, мама, купила? Ни с кем делись. Я хочу лишь тебя скорее забыть. Так, так, хорошо, да. Клей, клей. Давай, давай, давай. Клей, клей. Нет, где ресницы-то? На усы ей. Давай. Давай вторую клей. Вторую клей. Покажи маме, как ты красишь. Открывай. Очки эти я раздеваю. Сонь, а сейчас какой светофор горит? Красный? А на него можно ехать или нельзя? Нельзя. А на какой можно? Зеленый, правильно. Потихонечку, потихонечку. Яблоки на дереве? Ну давай, а грушин, а птички еще у тебя есть, а птички-то где летают, скажи мне? Где? Ну конечно, на небе. Молодец, молодец. Ой, шмякнулась немножко. Ножки-то у тебя ходят? Да. Отлично. Ух ты, это чей автовоз? Мама. Ну что, мама на автовозе? Девочка, девочка, тебя как зовут? Чёрчик. А подружку как? Катя. А маму? Девочек. А папу? Скажи, Андрей. Андрей. А как зовут мальчика, которому пальчик прищемили? Артём. Артём. А мама лицо чем мажет?
Крем. А собака что ест? Корм. Корм. А как ее зовут? Дженни. Дженни, класс. А скажи мне, Варвара. Папа. А скажи, Катя, привет. Привет, Катя. А на красный сигнал светофора можно ехать или нельзя? Я. Нельзя. А на какой можно? Зеленый, класс. Да. А еще раз напомни, тебя как зовут, девочка? Катя. Нет. Как тебя зовут? Сотя. Сотя.